Глава города сегодня провела совещание по завершению строительства детского сада «Катюша». Долгожданная, планируемая дата окончания строительных работ – конец сентября. Подробности у Дарьи Бугаевой. Работу ускорить, людей добавить и объект сдать в срок. Такие задачи были поставлены главой города перед строителями, работающими на территории двух корпусов. На социально значимом объекте работы ведут активно. Здание детского сада почти готово. Уже совсем скоро сюда придут 600 мальчишек и девчонок. Мы создали в этом году с помощью строителей, с помощью педагогов, при поддержке губернатора и финансировании округа уникальный дошкольный комбинат по воспитанию подрастающего поколения нашего города. Я с нетерпением, как и 600 семей родителей и воспитанников, потому что численность наполнения и в одном, и в другом детском саду 300 человек, жду открытия этого уникального по своей сути комплекса дошкольного с тем, чтобы наполнить его детским смехом. Ранее были установлены светильники. Сегодня на территории садика идет подготовка к озеленению территории. 24 игровых островка готовы к детским играм почти везде. Безопасное мягкое покрытие. Необходимо в срок закончить все работы, ну что в принципе у нас вполне успеваемо, то есть сроки удерживаются. Как вы видите, работа уже в завершающей стадии находится. Последние штрихи буквально вот считанные дни остались до завершения работ. Остались такие, как посев травы, покраска заборов, такие вот небольшие работы. Прежде было сделано присоединение к тепловым сетям, а также коммуникациям, водоснабжения и водоотведения. Завершить строительные работы планируется в ближайшее время. Детские площадки «Катюши» будут открыты и по выходным. То есть гулять здесь могут не только воспитанники детсада, но и другие дошкольники. Дарья Бугаева, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».